Уважаемые львы и львицы, я приветствую вас на канале Око Таро, с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 5 по 11 сентября, включительно, что вас ждет в этот период. Информация подойдет и женщинам, и мужчинам. Сегодня я работаю на колоде Таро «Универсальный ключ». Помогать нам будет оракул демонов или Таро демонов и также Таро «Зеленые ведьмы», которые я тоже буду использовать для дополнений. Что мы будем рассматривать? События этой недели, в общем, основные моменты жизненные, о которых вам нужно знать и касательно вашей личной жизни, вашего приватного пространства. Рассмотрим и вашу рабочую деловую сферу, и то, что касается финансов, возможный переход, расход денег, долги, кредиты, любого рода вложения, траты, внешний мир в отношении вас, скрытые факторы, что в них, позитив или негатив, возможно, вам о чем-то нужно знать заранее, посмотрим о чем и подведем итоги этой недели, посмотрим, какими для вас, возможно, будут выходные дни. В раскладе будет участвовать карта основного совета, и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания. Карта, которую я достану, самые последние, после основной выкладки всех карт вашего расклада, и ответит на загаданный вами вопрос. Поэтому думайте о своем желании. Колода настраивается на вас. Для тех, кто знает свой асцендент, напоминаю, что вы можете смотреть этот второй прогноз и по асценденту, и по своему основному знаку зодиака. И тот, и другой могут резонировать, проигрываться с вами. Поэтому смотрите оба знака, сравнивайте, думайте о своем желании. Делаем последний срез, и я приступаю к выкладке карт. Кому нужно больше время на то, чтобы загадать свой вопрос, нажимайте на паузу. Уважаемые львы и львицы, все карты вашего расклада перед вами, я приступаю к его чтению. Сразу хочу сказать о том, что для многих эта неделя будет очень успешной и удачной, несмотря на то, что будут некоторые моменты, из-за которых вы будете немножко огорчаться. Но огорчения могут касаться каких-то бытовых моментов. То, что касается дома, семьи. Но даже в этом вы способны будете что-то исправить. И я вижу, что рядом с вами есть очень много людей, которые вас любят, ценят, уважают, людей, которые к вам тянутся. У многих из вас есть определенная репутация и авторитет в обществе. Об этом говорит первая карта, которая выпала для вас. Это старший аркан звезды. То есть она может говорить о том, что у каждого из вас есть какие-то свои достижения, свой уровень. Где-то вы можете блеснуть своими знаниями. Эта карта может показывать неординарное мышление, талантливость, всестороннюю развитость. И то, что высшие силы вам помогают, это карта вашей путеводной звезды. Она говорит о том, что у вас очень много амбиций, планов на будущее. И в дни сегодняшнем вы пытаетесь быть успешными, преуспевать. И действительно, вам удача будет улыбаться. Карта огромных коммуникаций, социального общения. Поэтому у вас может быть как много старых контактов, связей, друзей, людей, которых вы хорошо знаете и к которым всегда за помощью вы можете обратиться. Также и в этом периоде вы с кем-то можете нарабатывать новые знакомства, налаживать новые мосты и контакты, которые вам могут пригодиться в будущем. Поэтому карта очень успешная, и она говорит о том, что если есть какие-то конкретные планы, а на эту неделю вы уже настроили очень много планов, начинайте прямо с понедельника. Понедельник для вас будет очень удачным. Но на входящие события на этот период выпала карта пятерки чаш, которая может говорить о том, что из-за быта немножечко опускаются руки, на кого-то из близких могут быть немножечко обиды, из-за чего-то вы немножко огорчаетесь. Вы почему-то своей вот этой успешности или звездности не видите, хотя вы таковыми являетесь. Вы почему-то сейчас видите то, что не удалось совершить или сделать, или то, что вы успели потерять, или то, что от вас ушло. Возможно, есть то, на что вы делали акцент, но пока не получалось. Вот эта карта говорит о том, что попытайтесь еще. У вас есть еще как минимум два равноценных шанса для того, чтобы исправить ту ситуацию, в которой у вас сейчас
не все просто. Это может касаться и любых межличностных отношений, и делового партнерства, и партнерства в доме, в семье, с близкими людьми. Высшие силы рядышком с вами. В крест вашей судьбы выпало сразу три старших аркана. В малый крест. Обратите внимание, что три старших аркана выстроились в ряд по горизонтали. Это карта старшего аркана колеса фортуны, это карта папы и карта солнышка. Все три этих карты предвещают успех, удачу, возможности. Они могут касаться работы, вашего общего развития. Для кого-то это вообще неожиданные какие-то предложения, которыми вам непременно нужно воспользоваться, либо это какие-то возможности, которые вам предлагает жизнь, другие люди. Здесь очень много общения будет в этом периоде с другими людьми. Поэтому используйте все варианты. Карта Иерофанта, карта Папы, говорит о том, что мало того, что вам помогают высшие силы, у вас есть и духовные покровители, но и люди, которые вам в чем-то создают мощную протекцию на земле. И для кого-то из вас карта Папы может показывать и духовного наставника, и человека в чем-то для вас важного, который может быть для вас и учителем. Для кого-то эта карта может показывать высокопоставленное лицо, чиновника. И это может быть не один человек. Поэтому если сейчас вы будете решать какие-то очень важные организационные моменты, касающиеся работы, вашего будущего, еще чего-то, может быть, даже каких-то новых проектов, вас обязательно кто-то поддержит, и вы будете в законе, что немаловажно. По этой карте вы будете действовать традиционными, проверенными методами или будете пользоваться проверенными связями и контактами. Но в вашей жизни могут появиться неожиданно новые люди, которые тоже принесут вам удачу. Прекрасные карты для заработка. Поэтому на этой неделе многие из вас могут неплохо заработать. И для кого-то это стабильный доход от основной работы, но и возможность что-то приумножить. Поэтому если куда-либо вы захотите деньги вложить, прокрутить, провернуть, у кого-то могут быть общие интересы с вами, и здесь тоже вы получаете поддержку. Даже крупные проекты, связанные с крупными сделками, такими как купля-продажа недвижимости, какие-то биржевые манипуляции будут для вас очень удачными. Неважно, чем вы занимаетесь, вас ждет успех. Даже если меня смотрят те люди, которые не работают вообще, я вижу, что вы очень много делаете полезных дел, вы помогаете другим людям, возможно, вы сознательно занимаетесь благотворительностью. Вы показаны как человек, который созидает, а не разрушает, человек, который больше думает о других, чем о себе. Но в то же время все, что вы делаете, будет возвращаться к вам в лице благодарности от тех людей, которым вы будете помогать. Даже если меня смотрят те люди, которые на пенсии, те женщины, которые, может быть, смотрят за детками, еще по каким-то причинам вы не работаете. Во-первых, у тех, кто активно работу ищет, я вижу, что есть все шансы найти для себя работу хорошую. И уже в этом периоде для вас будет очень много интересной информации, которую действительно стоит рассматривать. Для кого-то, даже не выходя из дома, может быть возможность неплохого приработка. Поэтому рассматривайте любые варианты. Если вы уже чем-то занимаетесь, это тоже большая успешность. И то, чем вы занимаетесь, будет уже приносить вам хороший доход. Если в этом периоде кто-то из вас попытается оформить кредитные линии, если у вас есть собственные долги, вы сможете их с легкостью закрывать. Но и новые кредиты для вас тоже не будут являться проблемой, хотя вы сомневаетесь в чем-то. То, что касается денег, в душе может быть дилемма или неуверенность. Вы немножечко осторожничаете. Но я вижу, что вы проявите активность, потому что кто-то придаст вам вот эту самоуверенность, или в ваших руках появится нужная для вас информация, благодаря которой вы сможете действовать весьма просчитанно, то есть вы ничем не будете особо рисковать. Поэтому на этой неделе любые сделки могут быть очень выгодными. Давайте перейдем к нашим семейным парам и посмотрим, что в ваших домах, что в ваших отношениях. Для вас выпала шестерка чаш и карта старшего аркана колеса фортуны. Семейным парам тоже будет вести. Во-первых, шестерка чаш прежде всего может говорить о заслуженном отдыхе, о том, что, возможно, вы
заботитесь о своем доме, о своем гнездышке, ко всему относитесь очень бережно. Всем из близких пытаетесь помочь. Это может касаться ваших деток, а многих из вас связывают детки, потому что карта напрямую может показывать детей. Я вижу, что по этим картам ваш дом открыт для друзей, для тех людей, которых вы знаете давно. И у вас есть люди, которые действительно приносят удачу для вас, а вы также, соответственно, ее приносите для кого-то. Люди тянутся к вам. В доме, возможно, что-то будет отмечаться. Это не пышные посиделки, но это возможность в кругу родных и близких посидеть, расслабиться, поговорить по душам. И благодаря родным и близким людям вы в чем-то лишний раз почувствуете уверенность, поддержку и будете еще уверенней. Ваша вторая половинка явно готова вас во всем поддержать, и ваша вторая половинка вам также приносит удачу, так же, как и вы приносите удачу своей второй половинке. То есть, конечно, это отношения судьбоносные. Я даже не вижу никаких мыслей о том, чтобы расстаться, разойтись. Возможно, даже у кого-то из вас есть родственники за границей или на расстоянии. Это очень теплое общение, дружеское даже на расстоянии. Возможно, вы захотите увидеться, кому-то приехать или кто-то обдумывает приезд к вам. Для вас очень важна обратная связь. В подсознании вашей второй половинки тоже дом, тоже семья. Но вашей второй половинке, может быть, в чем-то не хватает отдыха. Или ваша вторая половинка думает о каком-то празднике или торжестве. Карты очень благоприятных перемен, карты стабильности, во-первых, в ваших чувствах. И в быту вы тоже что-то сможете улучшать. Ваши дети или внуки вас могут чем-то радовать. Может быть, к ним в жизнь в этом периоде тоже приходит удача. И давайте посмотрим, что ждет наших свободных львов и львиц. Для свободных выпала тройка жезлов, карта рыцаря жезлов и карта четверки жезлов. Три карты огня, которые показывают вашу сущность, вашу огненность, вашу огромную активность во внешнем мире. Тоже здесь очень много переговоров. Это может касаться работы, любых для вас важных встреч, информации. Карта рыцаря жезлов может показывать состояние дорог, поэтому если меня смотрят мужчины, возможно, вы куда-то будете ехать. Карты могут для кого-то показывать зарубежные сделки, переговоры, в чем-то большую скорость. Возможно, к вам кто-то будет идти с интересными предложениями, либо вы кому-то сможете что-то предложить от себя, и этим кто-то будет заинтересован. В конечном итоге карта урожая, счастья, праздника, заслуженного отдыха после хорошо проделанной качественной работы. И если говорить о женщинах, львицах, свободных, то на вашу жизнь в этом периоде очень сильно может влиять мужчина вашей же стихии. Это может быть Овен, Лев или Стрелец по гороскопу, но не обязательно. Это может быть любой человек, с которым вы связаны либо дорогами, либо работой, либо какими-то просто тут коммерческими сделками, важной информацией и всем тем, что касается вашего дома, семьи. Либо для вас это человек как связующее звено между внешним миром и вашим домом. Вы для себя ждете каких-то, может быть, радостных вестей, и вы их получите, или важных вестей, но это будут для вас радостные известия. Для тех, кто на сегодняшний день встречается, вы очень привлекательны, вы очень сексуальны, вы можете нравиться не одному партнеру, но, скорее всего, есть конкретный человек, о котором вы думаете. И если вы уже встречаетесь, ваши отношения могут перерасти во что-то серьезное. Возможно, вы уже обсуждаете общий быт. Карта может показывать помолвки, свадьбы, планирование общего отдыха, знакомство с родственниками, конечно, дружбу и любовь. Для тех, кто пока не встречается вообще, конечно же, по тройке жезлов будут новые знакомства. Это может быть не один человек, который пытается знакомиться с вами, либо вы с кем-то. Ничего в этом зазорного нет. Общайтесь, присматривайтесь. И я вижу, что из массы партнеров и кандидатов вы выберете достойнейшего. А высшие силы по карте папы, которая выпала в крест вашей судьбы, говорит о том, что вы защищены даже от неправильных партнеров.
либо высшие силы помогут вам не сделать ошибки. У многих из вас прекрасный ангел-хранитель. Если на ком-то из вас есть определенные ставленные работы ритуального характера, я вижу, что они очень хорошо работают. Но центральная карта может показывать и вашу внутреннюю веру, которая тоже вас укрепляет, и вы даже тех людей, которые рядышком с вами в чем-то потеряли веру, вы способны их в этой вере укрепить. То есть вы кому-то способны сказать очень правильные и нужные слова, самое главное, вовремя. Так же, как и кто-то будет поддерживать вас. Для тех, у кого есть основная работа, скорее всего, эта работа официальная. Меня могут смотреть люди, которые уже чего-то добились, вы занимаете руководящие посты, от вас зависят другие люди. Для таких львов и львиц я вижу, что вы очень правильно расставляете приоритеты, вы очень правильно планируете свою жизнь и вы очень правильно действуете. Поэтому я ни в чем тоже не вижу ошибки. Но все-таки для тех, кто работает, я сейчас возьму дополнительную карту и посмотрим, что еще вам нужно знать. Хотя ваш расклад, по-моему, не нуждается даже ни в каких дополнениях. На дополнение для вас выпала двойка чаш. Карта радости, взаимовыгодных соглашений, прибыли, успеха, замечательного партнерства. Давайте теперь возьмем карту для тех, кто пока без работы или для тех, кто в активном поиске. Для вас выпала карта старшего аркана мира. Карта правильных трансформаций, того, что вы много осознали, пересмотрели в своей жизни. Вы готовы выйти на какой-то новый уровень, и вы действительно к чему-то готовы. Поэтому по этой карте для вас открыты очень многие двери. И я вижу, что вы можете найти работу очень достойную. Великолепная карта для работы посредством интернета. Великолепная карта для работы за границей, на выездах. Она может показывать и любые новые или дополнительные знания, либо расширение сферы своего влияния в том вопросе, который для вас важен или интересен. Огромная мудрость, в то же время предусмотрительность, а это говорит о том, что вы очень умны, и возможности, стопроцентные возможности. Я больше не буду брать дополнительных, потому что этой картой все сказано. Даже те, кто пока без работы, я вижу, что у вас, скорее всего, есть сейчас источник дохода стабильный, и вы тоже что-то сможете улучшить. Даже если пока приработка нет, то по карте мира для вас все возможно. Поэтому общайтесь, пробуйте, рискуйте, все будет получаться. В дом ваших финансов выпала замечательная карта солнышка, которая ни в коем случае не говорит о бедности, а наоборот, о достатке и о финансовой защищенности, с чем я вас и поздравляю. И эта карта говорит о том, что вы будете вкладывать деньги в дом, в близких людей, в какие-то важные проекты. То есть ваши деньги работают на вас, они в правильном обороте и они в правильном движении. На внешний мир для вас выпала карта короля чаш, которая для женщин может показывать поддержку мужского лица. Это может быть любой ваш родственник, друг, возлюбленный, просто хороший знакомый. Это касается и мужчин. То есть есть какой-то надежный друг или проверенный для вас человек, с которым у вас будут какие-то очень грандиозные и масштабные проекты. Вы достойны друг друга, потому что вы оба своим умом дополняете друг друга, человек вашего же уровня. Что в скрытых факторах? В скрытых факторах спряталась карта Верховной Жрицы. Карта предвидения, ясновидения, поэтому если меня смотрят женщины, ваша интуиция вас не подводит, следуйте своему внутреннему голосу. Если интуитивно вы чувствуете, что в этот момент вам нужно что-то сделать или наоборот не делать чего-то, поступайте так, как велит вам сердце, ваше сознание и ваше подсознание. Вам могут сниться какие-то сны, жизнь вам может давать какие-то знаки. Это может быть ваше внутреннее чутье. У тех, у кого есть дети, ваши дети тоже очень интуитивны, так же, как и вы. Если меня смотрят женщины-матери, вы, я вижу, всячески своих детей будете поддерживать. И вы за развитие в любом возрасте, даже если у ваших детей уже есть определенное образование, могут быть обсуждения по поводу дополнительного образования.
Вопросы могут решаться не только по вашим детям, но и по внукам у тех, у кого есть внуки. Карта Верховной Жрицы может показывать то, что меня могут смотреть женщины, практикующие, тарологи, астрологи, психологи, врачи, учителя или любые другие женщины, у которых не менее важные профессии. У вас будет очень много клиентов, очень много информации. И не забывайте в чем-то нарабатывать дополнительный опыт и подучиваться, переучиваться никогда, ничему, никогда не бывает поздно. И если меня смотрят мужчины, львы, на вашу жизнь может влиять как минимум две женщины, одна постарше, одна немножечко моложе. Для кого-то это может быть мама, для кого-то это может быть старшая сестра, тетя, важная особа из внешнего мира. И еще одна женщина очень инициативная, очень предприимчивая. И вот эти две женщины вам тоже будут давать очень правильные советы для женщин. Карты говорят о том, что у вас будут какие-то очень важные вопросы решаться и на следующей неделе. Это касается и мужчин. Вы с чем-то немножечко будете осторожничать. Может быть, в чем-то будете для себя выжидать более благоприятного времени или периода. Но в то же время вы как бы стягиваете под себя какую-то нужную информацию, которой позже сможете воспользоваться. Общение с какими-то еще двумя важными женщинами, если говорить о женщинах. Ну, а теперь посмотрим, чем для вас эта неделя завершится. На завершение этого периода для вас выпала карта Королевы Мечей. Скорее всего, многие из вас в выходные будут продолжать работать, или по этой карте вы не отдыхаете, а в выходные дни решаете для себя что-то важное. Даже если вы будете оставаться дома, то даже не выходя из дома, вы сможете решить очень много. Идет планирование всей последующей недели, подведение итогов этой недели, анализ. Ваша голова постоянно работает, работает. Вы постоянно ищете какие-то правильные идеи, постоянно что-то пересматриваете, анализируете и свои действия, и действия других людей. Карта логики, абстрактного мышления, благодаря которому вы можете видеть и свои ошибки, и ошибки других людей. Карта решительных действий, и она может говорить о том, что в выходные дни вы можете заниматься любыми важными вопросами. Ну и на основной совет для вас выпала карта Старшего Аркана Дьявола. Одна из самых сложных карт в колоде, которая говорит о том, что вам не помешает в чем-то хитрость и лукавство, потому что все-таки это карта игры, интриг. А значит, возможно, кто-то за счет вас попытается решить какие-то свои вопросы по дьяволу. В отношении вас кто-то может проявлять лукавство. И вы, как хорошие психологи, для себя будете понимать, кто и кем для вас является. Карта очень азартных людей, и, возможно, даже вы в чем-то будете рисковать, и, скорее всего, ваш риск будет полностью оправдан. Если вы решаете вопросы с людьми, власть имущими, а меня смотрит очень много сейчас львов и львиц, действительно таких, которые связаны с такими людьми, здесь может быть борьба за власть, борьба за какие-то свои позиции, но здесь постоянные интриги, чья-то хитрость, поэтому, возможно, вам кого-то нужно переиграть, перехитрить, обойти. Карта рокировки, карта манипуляций. И теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта Старшего Аркана Колесницы. Даже здесь мы видим Старший Аркан. Я так полагаю, что в отношении вашего вопроса, который вы задавали, у вас было очень много искушений, в то же время внутренних страхов, и в то же время где-то уверенность в том, что вы то, что задумали, получите. Эта карта дает ответ «да». В отношении вашего вопроса вы сами проявлять будете настойчивость и инициативность. Эта карта говорит о том, что ваш вопрос напрямую зависит от ваших действий. Если меня смотрят женщины, то ваш вопрос может зависеть от любого властного мужчины и, возможно, даже не одного, потому что здесь я вижу очень много людей. Ну а теперь я предлагаю каждому из вас подумать о той проблеме, которая вас на сегодняшний день волнует и беспокоит больше всего. Из Таро демонов я сейчас достану всего лишь одну карту.
которая поможет вам для себя прояснить то, о чем вы думаете. Эта карта может для вас оказаться либо важным советом, либо важной подсказкой, и она может показать возможное развитие дел по вашему вопросу на ближайшее будущее. В произвольном порядке сам собой для вас развернулся 50-й аркан. Ключевое значение этой карты – решение или важное решение. Карта предопределенных событий или действий, как с вашей стороны, так и того, что касается судьбы, рока, жизненного предназначения. Карта неизбежных событий, твердости вашего намерения. И если ваш вопрос зависит от других людей, кто-то также будет тверд в своих намерениях в отношении вас. Если кто-то задавал вопросы, связанные с магией, карта показывает вмешательство высших сил, но в вашем случае такое чувство, что за вас борются темные и светлые силы. Обратите внимание на то, что дьявол диагоналит с высшими силами, с картой папы. С одной стороны, вы во что-то очень сильно верите. С другой стороны, у вас очень много искушений. Кстати, по поводу веры и религии вы очень много обсуждаете. Вас явно нельзя назвать прозомбированными людьми. Вам, может, приходится общаться с разными людьми, с людьми, у которых разные убеждения, разное мировоззрение, разные взгляды на жизнь. Вы любую беседу способны поддержать, при этом вы всегда остаетесь при своем мнении, либо даже красиво в чем-то кого-то пытаетесь или умеете переубедить. Уважаемые львы и львицы, таким для вас был расклад на эту неделю. Расклад замечательный. Я вам всем желаю огромной удачи. Она непременно будет в вашей жизни. Пишите в обратных сообщениях, как для вас эта неделя прошла. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписан. И я вас всех жду в следующих недельных прогнозах. Всем до свидания.